Доброго времени суток, мои дорогие подписчики, с вами Саня Электрик. И это, можно так сказать, обращение тем, кто любит Майнкрафт. Да, дорогие зрители, это видео для тех, кто смотрит Майнкрафт на моем канале. Тот, кто обожает Майнкрафт на моем канале, тот, кто давно подписался из-за Майнкрафта. В общем, чё, ребят? Сейчас я записываю видео через бандикам, немножко подлагивает, так что не удивляйтесь, почему такие, вау, лаги. 16 FPS, 14 FPS, а так через Fraps все нормально. В общем, Survival Games, блин, это мне Ангела напомнила из Доктора Кто, кто увидел Доктора Кто. Ладно, возможно, это лагает из-за этой, так сказать, конструкции, за Херобрайн, сколько он мне нервов попортил в сериях выживания в Майнкрафте с Херобрином. А мы играли сами за него, за Херобрайн. Хотя, может, возможно, я сделал летсплей на The Херобрайн. Ладно. Суть, в общем, этого видео в том, что, дорогие подписчики, мы будем скоро играть все вместе. Вот. Я думаю, все давно хотели со мной играть на каком-то там сервере. Я не знаю. В общем, давай вот так. Давайте все сразу и понятно. В общем, ребят, будем играть на каком-то сервере. Ну, сначала, конечно, найдем сервер, чтобы могли зайти и лицензии, и пиратки. В общем, да. И будем играть, конечно, вместе. Выберем число, дату, время. Ну, для этого надо... Короче, первое. Надо зарегистрироваться в Рейдколле. Вот. Зарегистрируйтесь в Рейдколле. Потом я там создала отдельную комнату про Майнкрафт, если мне, конечно, что-то разрешит. Если нет, то придется создавать группу сбор, как, если не разрешит, то создам новую группу какую-то, где будем все собираться и будем записывать. То есть, да, я буду записывать, может, кто-то еще захочет записывать, то есть будем выживать все вместе. В общем, регистрируемся в Рейдколле, ссылку на группу я вам скину и на Рейдкол. Потом ищем все сервер. Вот. Всех, кто хочет помочь, то давайте искать сервер. И потом мне пишите либо в личку в Рейдколле, либо личку в ВК, либо личку в Ютубе. Вот. После этого мы все назначаем день и время, когда будем все играть, когда у всех получится. И, в общем, мы соберемся и, я думаю, мы наконец-то поиграем. Я хочу нажать рычаг. О, нажал. Отлично. Хотя это, в принципе, ничего не дает. В принципе, мне этот сервак нравится. В общем, что, ребят, вы поняли. Сначала регистрируемся в Рейдколле. Потом, кто хочет помочь, ищем сервер. Желательно версия 1.7.2, да, потому что у меня сейчас 1.7.4 желательно, 1.7.2, 1.7.4. Вот такие две версии, 1.7.2 или 1.7.4. Желательно такие версии, чтобы всех были. У кого нету, скачайте, ребят. Или там, у кого есть лицензия, то не будет проблем, как у меня. В общем, чё, ребят? В общем, вот что я вам скажу. Уи, я прыгаю. В общем, первое. Зарегистрируйтесь в Рейдколле. Потом, кто хочет помочь, ищем сервер на 1.7.2 или 1.7.4. Или кому не сложно, можете создать. Только не хамачи. Только не хамачи. И мы потом сделаем голосование в группе ВК, где я скажу, ну, где я укажу примерно время, когда я смогу, и дату. О, это, возможно, будет после Нового года или до Нового года. А на этом все. С вами был Саня Электрик. Всем пока. Спасибо за внимание. Если что-то непонятно, пишите в комментариях. Окей? Все. Всем пока. А ну, я сказал, иди регистрируйся в Рейдколл.